Не отставать! Давай, 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 отставай! Не путевый! Вот так каждый год. Трудно расставаться. Трудно, товарищ майор. Да. Служба в армии очень сближает людей. Родных, как братьев. Вчера на проводах вам много хороших слов говорили. Я рад за вас. Надеюсь, что всегда будете в первых рядах нашей молодежи. На стройке, в колхозе, на целине. Товарищ майор, разрешите обратиться? Пожалуйста. Машины к отъезду готовы. Хорошо, идите. Слушаюсь. Ну, друзья, счастливый путь. До свидания. До свидания. До свидания. А ну, Буслай, проводи друзей. Дай подарочек. Держи. Значит, на целину. Так точно, товарищ майор. Решено. Желаю успеха. Молодцы. До свидания. До свидания, товарищ майор. Разрешите по имени отчеству? Пожалуйста. До свидания, Николай Петрович. До свидания, Иван Романович. Передай привет тестю своему, Тимофею Кондратьевичу, будущему дядьку Николай Петрович. Да, Тимка, я тоже летела. Ой, какая счастливая тетя, Тунечка. Я побежала. Беги, беги, милая, беги. Люба, Любаш, подожди. Подожди. Потом, девочки, потом. Вот ненормально это. Чего это с ней? Ванька приезжает. О, неужели замуж выйдет? Конечно, и свадьба скоро. О, как повеселимся. Откуда праздник? Ты еще полторей выиграла. Тысячу! Поднимай выше! Холодильник! Волгу! Сын! Сын ко мне приезжает! Совсем уж! Ой! Гляди! Вот сообщать побежала! Свадьба скоро будет, Евдокия! Скоро! Скоро свадьба будет! Лодырь ты, Костя! Лодырь! Вот что я тебе скажу! Ну, поймите, Тимофей Кондратьевич, я не виноват. Техника? Техника, техника. Что же она, по-твоему, у нас в колхозе техника-то? Хуже, что ли, стала? Галя, на-ка перепечатай поскорее. Так вот дело не пойдет. Иван Петрович, ты же ко мне зайти хотел. Вечером зайду. Ну-ну. Мы технику не для того покупали, чтобы ее из строя выводить. Придется тебя освободить от бригадирства. Иди-ка пиши заявление-то поскорее. Чего писать-то? Вот, придется теперь обманывать народ. Ну, пиши, что... Будто по личной просьбе освободили. По причине, так сказать, слабого здоровья. По слабому здоровью не годится, Тимофей Кондратьевич. Засмеют. Ну, причину придумывай сам. Кого же вместо меня-то? Ну, кого-кого, найдем кого. Да он Бровкина, Ивана. Он из армии возвращается. Парень, что надо, механизатор. Ну, иди. Тимофей Кондратьевич. Здравствуй, Евдокия Матарна. Сын мой, Вань, приезжает. Хорошо. Приезжает. Ну, иди, иди. Ну, что же, встретим с оркестром. Так сказать, с музыкой встретим вернувшегося бойца. Да, встретим-то встретим, Тимофей Кондратьевич. Ну, о свадьбе тоже надо подумать, ведь уж вся деревня знает. И о свадьбе подумаем, Евдокия. Подумаем. О какой свадьбе может идти речь? Тут там и что? Бровкин-то уезжает на целину. О! Вот пину. Покажи. Слушайте, патриотический поступок. Житель нашего района, Иван Романович Бровкин, демобилизовавшись из советской армии, изъявил желание отправиться вместе с группой демобилизованных товарищей в Оренбургскую область, на целинные земли. Молодец. Чтобы жить и трудиться там на благо нашей родины. А как же Любаша? Любаш? Какая Любаш. Алло, пристань! Когда приходит пароход Шевченко? Спасибо. В 8 вечера. Темновато, но ничего. Встретим по всем правилам. Ты чего? Читайте.
А это правда? Наши газеты не врут, Тимофей Кондратьевич. Тем более наша районная газета. Прохвост. Ну, я пошла, Тимофей Кондратьевич. Иди на все четыре стороны. Чего ты сказал? То, что слыхала, иди на все четыре стороны. А что случилось? Опять твой непутевый номера выкидывает. Что такое? Батюшки мои, что случилось? Скажи, я очки, очки забыла. На тебе очки. Да. Читай. Вот что надумал твой сынок. Любуйся. Ну, вот тебе свадьба. Любовь, так сказать. Как будто в нашем колхозе земли не хватает. Будто ему жить негде. Едет в эти самые оренбургские степи. Ну, что он там потерял? На что ему целина? А? Я тебя спрашиваю, на что ему целина? Откуда я знаю? А ты что на меня орешь? Ты кто такой? Ты какое имеешь право на меня голос поднимать? Ну, тише, тише. На-ка вот выпей воды. Сам пей свою воду. Доведут человека, а потом воды. Чего же нам теперь делать-то, Тимофей Кондратьевич? Наверное, телеграмму не получили. Наверное. До свидания. Всего хорошего. Здравствуй, родная. Здравствуй. Говорят, ты уезжаешь. Куда? Как будто не знаешь, куда. На Целину. Да, но это не я, это мы уезжаем с тобой вместе. Почему ты решил, что я поеду с тобой? Даже не посоветую. Любовь, ромашка моя, справим свадьбу и поедем. Если ты меня любишь, ты никуда не поедешь. Я не могу не поехать, я же слово дал, понимаешь? Понимаю. Просто ты меня не любишь. Любовь. Не любишь, не любишь. Вот глупая. Сам дурак. Мама. Я тебе не мама. Мамоня. Ой. Ой. Сыночек, на кого ж ты меня покидаешь? Чем же я перед тобой провинилась? Любуйся вам, мамань, ну что? Вещатка тяжелая. Никуда ты отсюда не уедешь. Не для того я тебя растила, чтобы ты меня на старости лет покинул. Ну, мамань. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз.
настроение не покинет больше вас. Да выключи ты. Какое может быть настроение? Если... Да, дела. Ты что, Любаша? Кто бы мог ожидать этого? А я ожидал. Я знал, что толку из этой любви не будет. Прохвост он. Все его любовные письма – обман. Ты тоже хорошо. Солдатик наш, солдатик. Вот тебе и наш. Он плевал на вас, ай да на целину. Влюбился, черт, в какую-нибудь юбку. Этого не может быть. Чего не может быть? Будет тебе. Не плачь, Любаша. Бог даст, все уладится. Ну, конечно, уладится. Что же она не понимает, что ли? Иди. Иди, сынок. Сынок, подарочек забыл. Аппетит лишился гримашный. Патриотический поступок. За безупречную службу в рядах советской армии. Полковник Пархоменко. Тебе ли в наших вишней рано так начали жить, рано веселые звездочки вышли, чтобы на тебе Да, Руслан. Плохи наши дела. Видно, быть мне холостяком. Ничего, доченька. В жизни бывает еще и большее огорчение. Закрыто. Полин. Ваня. Здравствуй, Полин. Здравствуй, Ваня. Ой, чем же мне тебя угощать-то, Ванечка, проходи. Ой, как я за Любашу рада, извелась ведь она совсем. Дай мне что-нибудь выпить. А что случилось? Не знаю. Обиделись, что на целину уезжаю. Куда? На целину, в Оренбургскую область. Так это ж здорово, Ваня. Ой, какой ты молодец. А я вот здесь сижу, ведь никакого же прогресса. Захар не вернулся? Нет еще. Пока все только обещает.
Ваня! Ваня, я тоже хочу поехать на целину. Как ты думаешь? Хочу совершить что-нибудь, знаешь, такое большое. Да нет, конечно, может быть, не очень, но вот для меня чтобы большое. А Захар Силыч? Так если он любит, он приедет. А если нет, то... Да, это верно. Ребята, он здесь. А мы тебя по всей деревне ищем. Ну, здравствуй. Ну, здравствуй, Иван. С приездом, Иван Романович. Свет, Иван, что там не говори, а там будет трудновато. Конечно, холостом еще ничего. А вот с бабой люди в палатках живут. Иначе интереса нет. Трудновато будет. Трудновато. А ты думаешь, тем, кто комсомольцы строили, легко было? Между прочим, тоже в палатках жили. Верно. А какие дворцы построили? Я понимаю, но... Конечно, легче всего дома сидеть. Мамочка молочком поит. Ну, ты еще поговори. Поговорю. Неужели Верочка не согласится? Не согласится? Ага. Не может этого быть. Ну? Ясно. Дай гармошку. Пожалуйста. Пошли, ребята. Пошли. Ни пуха, ни пера. К черту. А, Иван Романович. Брала подруга детства, сердце у меня. А известно, что без сердца жить нельзя ни дня. Как же ехать мне в далекие края, коль с тобою остается здесь любовь моя. С тобою вечно на одном пути. Ах, не будь ты бессердечной, сердце возврати. Как же ехать мне в далекие края, коль с тобою остается здесь любовь моя. Тропинки наши скрыла в поле рожь. Ты заветных слов не скажешь, рядом не пройдешь. Забрала подруга детства сердце у меня. А известно, что без сердца жить нельзя ни дня. Как же ехать мне в далекие края, коль с тобою остается здесь любовь моя. Ушел.
не выходи. Скажите, пожалуйста. Слушаю. Вы что-то хотели меня спросить? Кто эта девушка? Одну минуточку. Вы не скажете, где находится совхоз Комсомольский? В степи. Да? А далеко отсюда? Нет, километров 60 будет. Вы не туда? Туда. Ну, как это здорово. Почему, собственно, это здорово? Потому что, если вы разрешите, мы поедем вместе. Я вас сфотографирую. Вы уверены, что это доставит мне удовольствие? Да нет. Это мне доставит удовольствие. Большое удовольствие. Рада за вас. Пойдем, Коль, ну что с ним разговаривать? Романтики, энтузиасты, ну ничего, скоро вы отсюда драпать будете. Так-то вот, милый. Пойдем, Коль. Коля, может, нам уехать отсюда, пока не поздно? Проходите, пожалуйста, товарищи. Пошли. Ой-ка! Возьмите, подержите его. Иди ко мне. Здравствуйте, товарищ директор. Здравия желаю. Входите. Садитесь. Садитесь, садитесь. Значит, приехали. Так-то очень приехали. Очень хорошо. Значит, хотите у нас работать? Для этого и приехали. Ага. Ну что ж, работы у нас много. Земли тоже много. Людей к нам тоже много приезжает. Но много уезжает и обратно. А вы как? Скоро удерете? Все зависит от того, как вы нас примете. Примете? А меня кто принимал, когда я в Оренбургские степи приехал? Кто меня встречал с оркестром? Как ваша фамилия, товарищ? Бровкин. Иван Бровкин. Вот так-то, товарищ Иван Бровкин. А нас, между прочим, тоже никто с оркестром не встречал. Извините, дорогой. Оркестрант у нас сейчас в поле пашут. Садитесь. Какая у вас специальность? Я артиллерист. Могу шофером работать, трактористом, механиком. Артиллерист, это хорошо. Я тоже артиллерист. Бывший, конечно. Коллега. Ну, нам дивизии команды. Да нет, не совсем. Я больше по политической части. А вы кто? Это буфетчица наша. По торговой части. Тоже хорошо. Хотя по этой части у нас много народу. Ну, а вы? А не пока. Ну, тоже неплохо. Ну, что ж, познакомимся. Сергей Владимирович Барабанов. Добро пожаловать. Как? Становись в строй. Да не стесняйся. 152. А я думал, ты выше меня ростом. Низковатый мужчина. Что поделаешь? Как и есть. Мал золотник, да дорог. 195. Вот это рост. Давайте вас послушаем. Меня? Нет, нет, вас. Пожалуйста. Одну минуточку. Еще раз. Не дышите. Дорогая моя мама, здесь у нас на Целине сейчас зима. Такая же, как и у вас. Так же воет ветер. А метель еще сильней, чем у вас. Здесь ведь степь. А белье теплое не взял.
Ну, читай, читай, что он пишет? Скучно здесь не бывает. Людей много. Весело. Ну, а чё ж скучать при такой девке-то? Видишь, прильнула к нему. И так она прильнула к нему? Ну да. Так прильнула, прям как в кино. Ну, а он улыбается, видать, уж очень рад. Молодец. Ну, подпиши, Аполлинар Петрович. Не могу, Акулина. Не могу. Не положено. Ну, ладно, я пойду. Постой, ладно, давай. Да. А она-то кто такая, не пишет? Должна быть дочка директора совхоза. А почему ты так решила? А ведь он тоже любит председательских дочек. Ну, подпиши. Ах, женщины, женщины. И на какое преступление не пойдешь ради них? Как мог же ехать мне в далекие края? Ты одна? Да. А что? Вот, смотри, матери прислал. А с кем это он? Мама. А танцы тоже были, да? Были. Весело так было. Опять эту карту разложил. Есть же подлые люди. А что случилось, мама? Говорят, не путевый-то. Женился. Ну и пусть. Доченька. Любаша. Доченька. Любовь Тимофеевна, есть потрясающая новость. Уходите. Да сказать сенсация, бро. Уходите. Уходите вон, я вам говорю. Степан, вам семинар привезли. А завтра что? Что мы будем делать? Степан, в порядке. Долдов, пускач, не работает. Ну, ты ведешь буксира. Ну что, я опять с нянькой буду работать? Ну, а где тебя возьму? Ну, ты бригадир, ты должен знать. Знаешь что, ты это новому бригадиру скажешь. Шел бы ты лучше пообедать. Ну, тут пообедаешь. Бригадиру! Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Ну что, поправился, Анечка? Вот и умница. Я уж хотел бы к вам ехать, Сергей. А что случилось? Ведь как же, надо как-то решать со мной. Ну а что решать? Видишь, какая пора. Ну так, Сергей Владимирович, у меня же экзамены, ведь мы же осенью договорились. Так, договорились? Ну, конечно. Одну минуточку. Чем кормишь сегодня? Всями. Хорошо. Здравствуйте, ребята. А ты, Николай, отсутствием аппетита не страдаешь. Страдаю. Да, так кого ты взамен себя предлагаешь? Бровкина Ивана. Ага. А он справится? Уверен. В бригаде его любят. Человек он военный, так. Дисциплинированный. Только повлиять надо. Что? Не соглашается? Понимаете, по-моему, он хочет уехать. Да ну! Да. Обидел, что без оркестра встретили? Да нет, не в этом дело. Девушка он. Девушка? Ну, вызови ее ко мне. Да он здесь. Вторые сутки от трактора не отходит. Вторые сутки? Да, настынный такой, все придирается ко мне. Эй, Бровкин! Иван! Это просто не по комсомольской. Это просто нечестно. Не кричи на меня. Я честно работал. Об этом все знают. Потому тебе назначают бригадиром. Понял? А я не хочу быть бригадиром. Почему ты не хочешь? А я знаю, чего ты хочешь. Удрать хочешь. Раструбил на весь свет. Еду работать на целину, а сам... Я вот в армии напишу. Пусть там все знают, что ты удрать хочешь отсюда. Мухтар, пойми, мне тяжело, очень тяжело. Ты что, в самом деле болен? Температуры нету. А кто ж тебе поверит, что ты болен? Не могу я без нее, понимаешь? Ах, это Любаша, совсем она тебя замучила. Смотри, она идет. Любаша? Какая там Любаша? Ирина идет! Ну, давай, встречай. Видишь, я не могу. Ну, больной. Самый больной теперь я. Эх, только ростом не вышел. А зачем тебе рост? Зачем? Мне не нужен. Ирин нужен.
Девушки ничего не понимают, они только высоких любят. Здравствуйте. Здравствуйте. Как больной? Больной в порядке, болен. Здравствуй, Иван Романович. Ну что, плохо, а? Что же вы не доглядели? Я все время гляжу, Елена Николаевна. А вам говорят, не надо глядеть. Ну, что у вас болит? Голова болит? Горло покажите. Болит? А. Так что же у вас болит? Сердце. Сердце? Одну минуту. Ничего тебе не поможет. Бригадиром все равно придется быть. Выпейте лучше это. Дом-то ты будешь строить? Зачем мне дом? У меня в деревне дом. Садитесь, я вас послушаю. Уехать хочешь? Работы испугался? Я работы не боюсь. Дышите. Глубже. У меня мама в деревне. Ах, мама. Бедные мамы. Все на них сваливает. Влюблен? Не дышите. А где же эта девушка? Спрятан. В чемодане лежит. Фотографию любимой девушки держу в чемодане. Нехорошо, Мухтар. Нехорошо, нехорошо. Нехорошо. Хватит. Давайте. Не может быть. Сколько, сколько? Больше 40. Ничего не понимаю. Могло быть и больше. Термометра не хватило. Ну, ничего, ничего. Идите, идите. До свидания. До свидания. Мы здесь с ним без медицины обойдемся. До свидания, больной. Да. Мне тоже пора. Меня полевом стане ждут. Ну, Иван, пошутили, хватит дурака валять. Давай, бригадир, обсудим, что тебе на первых порах нужно. Ну, прежде всего, тракторов не хватает, вы же знаете. Дадим. Сколько? Один трактор дадим. Нет, назначайте бригадиром кого-нибудь другого. Зачем тебе больше? Что ты выдумываешь? Вы знаете, какие у меня участки? Ну, знаю. Так что же мне делать с моими тракторами, когда у меня такие расстояния? Куда вы мне их прикажете гнать? Отсюда туда или оттуда сюда? Я не совсем понимаю. Не понимаете? Сейчас разъясним. Ну-ну. На черной балке у меня три трактора? Три. Три. У Головановского брода мне нужны трактора? У тебя же там есть. Два. Ага. Нет, не пойдет. А у Никовки что я буду делать? На козе пахать? Теперь дальше. Допустим, я перебрасываю. Эх, какой чипай нашелся. Чипай, не чипай, а трактора-то нужны. Ну ладно, ладно, подумаем. Вот вы подумайте, а я пока поболею. Ты же у меня всю технику забрал. Но мы же договорились. ГАЗ-51 дадите? Ну. Ну, вы же обещали, Сергей Владимирович. Как больной? Умирает. Заходите, попрощайтесь. Умер наш Ваня, не оставил ничего. Так что, проводили, Голдобин? Проводили. С музыкой, Сергей Владимирович. Хорошо. А кого ж теперь к нам назначат?
А кого бы вы хотели? Ну как кого? Бровкина Ивана. А кого еще? Иван Бровкин. Романович. Слышишь? А ты еще ерепенишься. Так, ребят, этот факт надо бы отметить. Так ведь это как директор. Нет, это как бригада решит. Отметить. Понятно. Подготовочка. Мальчик, где посуда? У Юрика в тумбочке есть рюмки. Как чувствовал, вчера купил. Козырева. Бригадир. Возьми свою гармошку. Ты бы что-нибудь сыграл. Что ж сыграть? А вот послушай. Сколько б жить на земле не осталось комсомольцам 30-х годов, никогда не допустим, чтоб старость подошла к нам хоть на 5 шагов. Ничего, что виски побелели, но глаза тем же светом горят. Никогда, никогда не стареет тот, кто с молоду сердцем богат. Никогда не стареет тот, кто с молоду сердцем богат. На трудных дорогах всегда впереди семья комсомольская наша, и сердцу от радости тесно в груди, но все ж мы завидуем старшим. Порою нам просто обидно до слез, ну честное слово, обидно, обидно, что строить не нам довелось комсомольск. Однику, шатору, кипели, строить не нам довелось комсомольск. Однику, шатору, кипели. Ну пусть удалось нам немного пройти, и сделано нами немного. Мы к счастью идем, значит нам по пути, дорогу, дорогу, дорогу. Виделись счастливая юность моя, заветные дали родные. И там, где пройдем, там возникнут моря, сады зашумят молодые. И там, где пройдем, там возникнут моря, сады зашумят молодые. Задело, друзья, по рабочим местам, успешный проносится ветер. Ведь твердо уверены будут и нам.
Поедем домой, Сергей Владимирович. Нет, к Бровкину. Ну, нельзя ж так, отдохнуть надо. Поехали, поехали. У вас у Бровкиных много. Бригада не дремлет, но спит. Никак нет. Молодцы. О, Евдокия! Здравствуйте, хозяюшки. Заходи, заходи. Садись, пообедай с нами. Да я уж отобедала. Ну, еще. Леваши. Доченька. Кажется, давно не видал. А, гости у нас. Да я не в гости, а по делу к тебе, Тимофей. Сиди, сиди. А по делам я принимаю в правлении. А здесь, как видишь, обедаю. Я обедаю на здоровье, я говорю. Хлеб да соль. Ем да соль. Надумала я дом свой колхоз продавать. О, Господи. Да ты что, Евдокия, в уме ли дом продавать? Да не нужен он нам, Лизавета. Ванюшка пишет, что дом построил собственный. Двухэтажный, под железной крышей. Небоскреб. С правым отоплением. Скоро будет водопровод. А газ свой. Ага. Корову завел, птицы всякой. Ну, кому-нибудь... Надо за этим ухаживать-то. Ты мне брось агитировать. Никуда она не поедет. И, короче, сколько ты хочешь за свой курятник? Чего? Курятник? Батюшка, что он говорит? Это чей дом курятник? Это мой дом курятник? Черт окаянная! В собственном доме победить не дают! Ты просто скажи, что ты нас с Ванюшкой отпускать не хочешь! Знаешь что? Поезжай ты ко всем чертям! И чтобы я не слышал ни о тебе, ни о твоем доме! Ну и горячий у тебя супруг, Лизавета. Может, и правда, Евдокия, дом-то не стоит продавать. А зачем его продавать? А вот к Ванюшке мне надо ехать. Обязательно. Что, Николай, заканчиваешь? Заканчиваю. Ну, Верочка, скоро новоселье будем справлять. Скоро, Сергей Владимирович, скоро. Да, здесь дело не делится. Бровкин! Иван, пойди-ка сюда. Значит, не будешь строиться? А зачем мне, Сергей Владимирович? Дом у меня в деревне есть. Это старая песня. Ты что-нибудь новенькое расскажи.
Пусть вначале другие построятся. Мне как бригадир. Ну да, неудобно. Ишь ты какой. Сергей Владимирович, пусть зашли вы ко мне посмотреть. Непременно зайду. Все равно я из тебя человека сделаю. Ну, пошли. Кузьминишне поможет. Все хотят из меня человека сделать. Имея такой дом, замуж надо выходить, Марина Кузьминична. Женихов-то у нас хоть отбавляй. Любой на выбор. Заводи свой край. Да есть у нее жених, Сергей Владимирович. А где же он? Моряк плавает. Тихо задавить. Моряк? А зачем же целинница выходить за моряка? А что ж такого? Моряк торгового флота. А как величает его? Ёрошкин, Захар Силыч, механик. Кстати, Сергей Владимирович, вот бы нам такого завгара, а? Золотые руки. А организатор какой? Рекомендации крепкая. А вы что скажете? Что ж, придется подождать вас. Придется. Ёрошкин, телеграмма! Получите. В четверг самолетом вылетела твоя мама. Вылетела. Мама, не лети! Завтра в совхозе будет. Евдокия летит. Ой, мать! Вот видишь, мама прилетает. Мама! Эх, сынок, ты не кубишь. Где же ты ее будешь принимать, а? В общежитии? Чего, что-нибудь придумать. Уже закончили? Да, заканчивали, Ирина Николаевна. Но зачем мне этот дом, я не знаю. Как зачем? Чтобы жить. Скучно одному жить, Ирина Николаевна. Да не будете же всю жизнь жить один. Вы так думаете? Мухтар, и минуточку. Ну ладно, я пошла. Ну, чего тебе надо? Я телеграмму получил. Ну что ж? Мама не приезжает. Очень хорошо. Ирина, одну минуточку. Ну, надо же принять. Ну и принимай. У меня очень хорошо. На, заканчивай. Ирина! Петя, поедешь с Бровкиным на аэродром, мать к нему прилетает. Но сделай так, чтобы до вечера их в поселке не было. А помотай их там где-нибудь. Понял? Понял, Сергей Владимирович. Вот а для чего это? Так надо. Посмотри, не проговорись. Задание держи в секрете. Есть держать в секрете. Мухтар, давай. Работай, работай. Пожалуй, мы к вечеру не успеем. Должны. Обязательно должны успеть. В этом весь смысл. А как, старик? Давайте я вам помогу. Не надо мне. Заберут. Возьму мою взяли. Маманя. Летчица вы моя. Возьмите вещи. Это все ваше, да. С луком-то это вы здорово придумали. Ну как, летели-то? Ой, высоко. Иван. Мотор брахлит, боюсь, не доедем. Ничего, мы с тобой за час новую машину сделаем. Знакомься, это маманя. Давайте помогу, маманя. Петро. Садитесь, маманя. Это что же? Это мы с тобой туда поедем, сыночек? Нет, это наш районный центр. Ну нам что, дальше. Будем рисковать, Иван. Давай, давай, поехали. Поехали. Ничего не понимаю. Я ж тебе говорил, не надо ехать. С виду все в порядке. Значит, не в порядке, коль машина не едет. В царевич, что ли, сынок? Не надо, мамань, сейчас все будет нормально. Что за чертовщина?
наладить, что ли? Сейчас наладим. Да, мамань, а что же вы мне не рассказали, как там председатель наш, Тимофей Кондратьевич? Да ничего. Вся семейство их здоровья. А здешний тот директор тоже семейный? Семейный. И дети есть? Есть. Дочка у него. Просто прелесть. Иван, вылезай. Поехали. Это у нас клуб строится. Хорош. Прям как в городе. Наша главная улица. Потише, Петров. Ой, зелень-то маловато, сынок. Чего, не все сразу. Это наша поликлиника. Стой! Что? Топ? Что такое? Ой, Ванюшка, что это меня как в ухе стреляет? Пойду, может, мне доктор чего положить, а? Что такое, мамонь? Так, раздевайтесь, гражданка. А зачем мне у тебя раздеваться, милый? Мне идти к доктору. А я, по-вашему, кто? Батюшка, мне тебя не надо, мне к ей, к докторице. Ах, так это Карина Николаевна, нет, в другой кабинет. Сестра, проводите, пожалуйста. Ох, извини за беспокойство, милый, гляди, чуть не разделся, а? Странная особа. Проходите, проходите. Здравствуй, милая. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. На что вы жалуетесь? Да я не жалуюсь. Мне спросить. Да? Скажи, милая, что уж вы все порешили? Что порешили? Ну, да... Давай с тобой по-хорошему. Ну? Я его мамаша. Чья вы мамаша? Привет, Иван Курал-Ахов-Сичук! Знаешь? Здорово, хозяин! Как домик? Служит, получается, Сергей Владимирович. А ничего особенного. Разве мы могли допустить? К бригадиру мать приезжает, а ему негде принять. А? Где мамаша-то? В поликлинике. Устала с дороги. В поликлинике? А что случилось? Ну как, что с мамой? Теперь с мамой все в порядке. Здравствуйте, Евдокия Макаровна. Познакомься, мамань. Это наш директор, товарищ Барабанов. Как себя чувствуете? Ой, теперь хорошо чувствую. А вот и дочурка, знакомься. А это моя невеста. Ой, просто Не знаешь, друг, как добраться до совхоза Комсомольской? Все дороги здесь ведут в Комсомольской. Садитесь, подвезу. Благодарствую.
долгу не останусь. Вы что, работаете в совхоз? Нет, совсем по другой линии. Понимаешь, пока я служил на флоте, невеста моя сбежала на целину. Вот еду водворять ее обратно в деревню. А ты что, в совхозе работаешь? Да. Доволен? Ничего. А как насчет заработки? Неплохо. А халтура бывает? С халтурой хуже, но тоже случается. Без этого нельзя. Я вот походил по разным странам. Другой запрос к жизни. Джин, виски, разные там коньяки. Все же стоит денег. Ты же сам понимаешь. А ты кого возишь-то? Да разным. Это хорошо. Выгоднее. А у вас-то какая специальность? Я механик. Могу быть шофером, трактористом, но вообще думаю переходить на руководящего. Ну, правильно, правильно. А начинай с того, что невесту хочешь забрать. А как ее зовут-то? Может, я знаю? Гребешкова Полина. А-а-а. Она по линии торговли. Ну, Полина Кузьминична, как же, как же. А вы, случайно, не Захар Силыч? Он самый. Ну, что же это вы заставляете девушку страдать? Ничего, товарищ. Как звать-то? Сергей Владимирович. Ничего, Сереженька, любить крепче будет. А может, она замуж вышла, пока вы плавали? Замуж? Нет, этого не может быть. Я ее люблю. Я женюсь на ней. Эх, пора пришвартовываться. Надо бросать якорь. Закон моря. Это и есть совхоз Комсомольской? Да. Ну как? Отлично. А чьи это дома? Новоселов. А вот и дом Полины. Полины Кузьмини. Извините. Она что, комнату снимает? Почему же? Это ее собственный дом. Врешь. Она, наверное, на работе. Слушай, у тебя нет ключей. Ключей? Ну, каких-нибудь. Не знаю. Подойдут ли? Попробуем. Подошел. Прошу. Невероятно, но факт. Понятно. Ну как, нравится? Ну. Пошли дальше. Молодец, баба. Да, вот это кровать. Эх, я всю жизнь мечтал хотя бы одну ночь выспаться на таком царском ложе. А ты что? Ты здесь часто бываешь? Бываю. Ну, пошли, пошли, пошли. Слушай, мужик. Ты мне прямо скажи. Надо мной в поселке будут смеяться, если я... Ну, женюсь на ней. Смеяться. Да что ты, Захар, Полина тебя не подведет. Правда? Правда.
Ну ладно, тогда поехали. Закрыто. Девушка, нам бы вашу заведующую. Здравствуйте. Здравствуйте. Попросите, попросите. Здравствуйте, здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Да, неплохо. А я думал, целина это Полина. Полина Кузьминична. Полиночка, радость моя. Ой, да что ты? Ну что ты делаешь? Что ты? Я же заведующая, поставь на место, неудобно, люди смотрят. Люди? Да люди добрые! Извините, настоящий директор. Нет, ничего, ничего. Полиночка, а вон чей директор? Наш директор, директор совхоза, товарищ Барабанов. Полундра влип. Ваня тебя так расхваливал перед директором, так расхваливал, даже мне неудобно было. Ничего удивительного, Полиночка. Все-таки он мой друг. Помнит, что когда-то и Захар для него кое-что сделал. Эх, мог ли я 2 месяца тому назад мечтать о такой сказочной жизни? Ой, спасибо. Ой, пустяки. А ты говорил, целина. Я люблю, но об этом никто не узнает. Мир честной компании. О, не помешал? О, Иван Романович. Заходи. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Вот ты какой стал. Начальник. А как же, растем. Полиночка, по этому поводу что-нибудь согревающее. Все готово. И сильвукле. Садись, Ваня. Ванечка. О. Ну, погоди, дай мне поглядеть на тебя хоть. Дождалась хозяина. Ну, как тебе у нас нравится? Честно говоря, я не думал, что мы здесь останемся. Да. Понимаешь, дом, хозяйство – это не моя стихия. Но если ты настаиваешь, как я слыхал, я могу задержаться. С халтурой у нас трудновато. Эх, уже наклепал. Я ему как шофер шоферу по дружбе, а он... Да, пойми, я о халтуре не думал. Конечно, теперь начнутся разговоры. А ты что, улыбаешься? Да, рекламку ты себе сделал. А что он, сукин сын, прикидывается? Что, у него шоферов нет? Ты что ругаешься, моряк? Полундра опять влип. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы что, это свадьбу хотите зажилить? Не выйдет. Что, свадьба будет? Ну, здравствуй, Захар Силович. Здравствуйте. Не успел появиться в совхозе, как сразу меня критикуешь. Да ну что вы, Сергей Владимирович. Сережа, Сереженька. Садитесь, пожалуйста, к столу. Эх, водочки. Так. А почему так бывает? Напустит на себя человек туману, наговорит всякого. Джинны, виски, да, закон моря, рубаха, парень. А сдерешь эту рубаху, человек как человек. С меня тельняшку сдирать не надо. Ну, вот и хорошо. Ну, бригадир, за хозяйку, за счастье этого дома. Захар еще покажет, на что он способен. Здравствуйте, девушки! А, Верушка, почином. Верочка, ты теплоход России видела? Ну и что? Так вот, найдем, я бы перевез все это за 2 рейса. А здесь придется потрудиться. Захар, поехали! Давай налег. Так, отвечай рейсы. Ребята, не видали, где тут было Ван Романович?
Мамонь! Сыночек! Да что вы тут делаете? Ну, поесть тебе принесла, ведь 3 дня дом не было. Да что вы, мамонь, вы людей не смешите. Нас на стане 3 раза в день кормят. Ой. Садитесь, подвезу. Ой. Садитесь. Это сюда, что ли? Да-да. Как же я тут размещусь-то? Ой. Ой, ой, зайдете? Зайду уже. Вечерком заеду. Ой, деловой стал. Весь в отца. Бригадиру привет! Как дела у Захара? Вот, уже план выполнен. О, молодец. Он еще раз в 3 обернется. Еще 2 бутылочки. Прошу. Эй, нет, 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 этикеточки, этикеточки. Да куда нам столько? Женюсь, голуба моя. Ну? А что делать? Жених. В чем дело? Ты, конечно, думаешь, что я был пьян. Честное слово, Ванюшка, я сегодня капли в рот не брал. Это ты во всем виноват. А то, что ты работу бросил, это тоже он виноват? Как у тебя совести хватило в такое время выйти из строя? Ну, я же свой план выполнил. Свой мой, больно ты считаться любишь. Тут еще авария. Всяко бывает. Ты сам знаешь, Иван Романович. Прошу без намеков. Да нет, я просто вспомнил. Не надо вспоминать. Я с тобой как с человеком, а ты... Ты что, ушибся? Пока нет, но все может быть. Ну-ка, покажи. Больно? 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 Ну-ка, покажи. А это что? Что-что? Водка! Водка! Ты думаешь, я пил? На! Вон! Гляди! Сколько ее у меня! Человек к свадьбе готовится, а ты... Нотации мне читаешь. Ну ладно, ладно. Девочки, тарелки, тарелки, сейчас даю. А шампанское на лед не поставили? Здравствуйте, Евдокия Макаровна. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Я сегодня в центре событий. Ой, да вы кого хочешь агитируете, а? На, мои миленькие, на, покушай. Свадьбу отгуляем, и надо мне домой собираться. А куда же вам спешить? А кого вы там оставили? Ох, кого оставили? Да у нас там половина семьи. Ну, Ванюшке, ты ж давно пора свадьбу сыграть. Ирина Николаевна, миленькая, лучку побольше. У меня Иван Романович лук обожает. Прилетайте в столовую, в курские, для вас у нас праздник всегда. Все песни, пьяные, курские,
Только так я представляю нашу жизнь. Я тоже. Юрич, да? Слушай, Юрич, да? Кто шил тебе этот костюм? Сам. Я ведь работал в Риге закройщиком. А ты видишь, как наши люди одеты? Плохо? Да, одеты неважно. Ребята, что вы там стоите? Помогите! Идем, идем. Давай сделаем большое дело. Откроем партнерную мастерскую. Ты представляешь? Ателье, мод на целине. Ты что шутишь? Я приехал сюда не для того, чтобы костюмы шить. Ну, ты брось. Работать на тракторе каждый сумеет. А вот одеть трактористов так, чтобы они выглядели, как на картинке, вот это труднее. А на каждый костюм марку пришьем. Ателье 7-й бригады. Главный закройщик Юрий Слеймани. Здорово! Извините, но это же дрянь. Вот это? Да. В общем, конечно, да. Бумага? По цене? Нет, вы покажите нам что-нибудь получше. Пожалуйста, Володь. Дрянь? Дрянь. Ну нет, не совсем. Сейчас посмотри. 10% шерсти. Слушайте, папаша, вы не можете нам показать что-нибудь такое процентов на 100? 100? Да. Боюсь, что это будет для вас дорого, молодые люди. А мы ведь вас о цене не спрашиваем. Покажите, покажите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Володь. Пожалуйста. Ну как? Да ничего. Берем на 30 костюмов, хватит? Почему на 30? Нельзя же всех ребят одинаково одеть. Да, это верно. Постойте. А вы что, не сейчас будете? Да нет, мы с целины. О, целинники, былинники. Ребятские войны, другое дело. Тогда одну минуточку. Я вам сейчас покажу такой материал, какой вы еще в жизни не видели. Вот, посмотрите, какой изумительный цвет. Вот, такие переливы, а? А, да-да, китайский, понимаю, да. Ну, это цвет осенней степи. Сколько вас? Ну, на человек 30. 30, значит, да. По два костюма, 60 отрезов. Ну, по два, да. Лучше по одному. А как же, одеваться нужно. Жить надо, молодые люди. Зачем деньги копить? Ох, какая прелесть. Как вас зовут, а? Как меня зовут? Ваня. Ваня, милый, дорогой Ваня, ведь ни одна девушка не устоит перед вами. Постойте, целинники, блин. Вот этому костюму, да вот этот вот. Светлый галстук, а? А ничего вообще-то, а? Вот готово. А? Ничего. Ой, а штаны-то? Брюк Ивану Романовичу! Мухтар, что ты надел? А что? Да это же не брюки, а дамская юбка. Я не могу ходить в твоих дудочках. Стыдно мне. Нет, ты слыхал? Ну, что ты понимаешь? Ну, ты можешь ему сказать, чтобы он не портил нам марку. А что, по-моему, ничего. Ребята, вечер начинается. Зачем надел сапоги? Сумасшедший. А что, по-моему, ничего, ребята, а? Между прочим.
очередь для всех умных. Вся одежда хороша. Между прочим, под костюмом размещается душа. Молодец, Иван. Знает, что делает. Скучаешь? Скучаю, Сергей Владимирович. Сколько машин? Видишь? Да. Вот год, всем годам год. День и ночь возят и не могут вывезти хлеб. А некоторые думали, что целинная пустая затея. Так-то, Ваня. Иван Романович. Сергей Владимирович, сообщение из Москвы. Зерна и других продуктов сельского хозяйства на границе. Орденом Ленина. Авдеева Павла Тихоновича. Бригадира тракторной бригады озерного совхоза Оренбургской области. Барабанова Сергея Владимировича. Директора совхоза Комсомольской Оренбургской области. Ордена Трудового Красного Знамени Алешина Александра Андреевича, председатель сельхозартели «Вперед» Семипалатинской области, Амучина Николая Ивановича, комбайнера совхоза «Культура» Оренбургской области, Архименко Дмитрия Алексеевича, главного агронома совхоза имени Ленина, Беседина Степана Васильевича, бригадира тракторной бригады сельской РТС Кустанайской области, Бровкина Ивана Романовича, бригадира тракторной бригады совхоза Комсомольской и Оренбургской области. Опять номера выкидывает. А что вы хотите? Тетя Дуня! Тетя Дуня! Идите скорее туда! Да ведь они на машине приехали! Thank you.
Вот непутевый, даже приехать толком не умеет. Спасибо! Спасибо, сынок! Не посрамил нашу деревню. Правильно! Ведь я мать, поздравляю. Красавец! Заходи. А где ж твой орденок? В перспективе. Не беспокойтесь, орден будет. Я еще на среде новичок. Тоже устроили торжество. Ну, а ты что тут тряпё разбросала? Да ведь ты же сам собираться велел. Ну, а воды почему нет? Да ты что, с ума-то сходишь? С вами сойдёшь. Ты что, разлеглась? Поедешь к тёте Клаве? Правление? Самохвалов? Как у тебя с машиной? Папа, я никуда не поеду. Поедешь? А я говорю, не поеду. А? Вышла? Хорошо. Поедешь? Нет, не поеду. Никуда. Ты что, хочешь с ним увидеться? Ни с кем я не хочу видеться. Да! Не мог не зайти к вам, чтобы не засвидетельствовать своего почтения. Разрешите? Здрасте. Вот, не мог не зайти к вам, чтобы это, так сказать, засвидетельствовать. Ну, входи, входи. Здравствуй, Ваня. Здрасте. Здрасте, Елизавета Никитична. Тимофей Кондратьевич. Здрасте. Здравствуй. Любаш. Здравствуй. Ну вот, Любаш, я и приехал. Я так замотался в Москве, так спешил с утра, что даже не успел и подарка купить. Но я, знаешь, так не полагается. Ну ничего, ничего, что ты? Садись, Ваня, Любаша, садись. Ну, садись. Соловей поет. Да, соловей. Да откуда ему взяться в нашей деревне? После твоего отъезда я что-то ни одного соловья не слыхал. Да нет, вы послушайте, Тимофей Кондратьевич, это же не я. Натуральный соловей. Может, пройдемся? Ой. Вы уж извините нас. До свидания. До свидания. Да, мать. Все правильно. Ну что ж, собирай дочку-то. Сядем? Сядем. Утки летят. Летят. Уезжаешь? Уезжаем.
Любовь. Счастливый!